Вопросы подготовки и проведения выборной кампании обсудили в правительстве края. В правительстве края состоялось первое заседание рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в проведении выборных кампаний на территории региона. Совещание в режиме видеоконференц-связи провел губернатор Сергей Фургал. Участие в нем приняли руководители органов исполнительной власти края, избирательной комиссии, главы муниципальных районов и представители местных администраций. Они обсудили вопросы подготовки избирательных участков, обеспечения безопасности в день голосования, проведения информирования населения, оказание организационной помощи отдаленным населенным пунктам края. По информации избирательной комиссии Хабаровского края, в единый день голосования на территории региона пройдет порядка 40 выборных кампаний различного уровня. Самые крупные из них – выборы депутатов Законодательной думы края, Хабаровской и Комсомольской городской дум, до выборы депутатов в Государственную думу РФ 7-го созыва. Продолжается процесс регистрации кандидатов, окончательный срок подачи документов 24 июля. Кроме того, на совещании напомнили про порядок включения граждан в списки голосующих. Так, с 24 июля по 4 сентября в филиалах МФЦ принимаются заявления от жителей края по выбору избирательного участка, где они планируют проголосовать. В этом случае не нужно получать открепительное удостоверение по месту прописки. Участковые комиссии начнут принимать заявления с 28 августа. Уже началась активная кампания по информированию населения о предстоящих 8 сентября 2019 года выборах. В избирательной комиссии края работает горячая линия по телефону 8 42 12 30 82 22. Граждане могут оставить обращение, а также задать интересующий вопрос в сфере избирательных правоотношений. Отдельную линию организовала и региональная общественная палата. По телефону 8 929 412 40 66 специалисты принимают обращения о нарушениях избирательного законодательства в части применения административного давления на избирателей. Жители региона могут сообщить о неправомерных действиях зарегистрированных кандидатов или политических партий. Еще раз настойчиво напоминаю, самое главное, чтобы выборы на всех уровнях прошли честно и прозрачно. Это знаковая выборная кампания, к нам будет приковано внимание всей страны. Прошу всех отнестись к нашей общей задаче ответственно и с правильной позицией, отметил губернатор края Сергей Фургал. Он также добавил, что особое внимание будет уделено обеспечению безопасности. Всего под контролем служб будет находиться 762 объекта. Следующее заседание рабочей группы состоится в начале августа.